Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Тени Розы. В Тени Розы мы с тобой продолжаем, да, нас поймали. Как ты помнишь, нашли мы последнюю золотую маску, нас поймали. Так. Вот, нас, короче говоря, поймали и нас пытаются наказать. Мы с тобой идем. У нас что, по потрошкам тут все есть, хорошо. Пошли. Так, а нам вообще куда? Темница. В особых покоях я там что-то не забрал или что? Ага, в особых покоях, смотри-ка, я что-то там не забрал. Давайте ради интереса вернемся. Если патроны, это полезно. А чё я не дозабрал? А я ж брал. Я же брал патрон-то. Ну, видимо... А, я, наверное, я же загрузился, я, видимо... Я, видимо, не брал. Я же помер. Я же помер, я, видимо, потом не брал. Ну, ладно. Ну, пойдемте побегаем там. Так, что у нас здесь? Ничего. Это слабенький. На три пульки. Что-то еще можешь подобрать? Реагент. Это я где? А, мы на кухне, главный зал. А в оперном зале, кстати говоря, я не все забрал. Там что-то еще было, видимо, в оперном зале. В оперном зале. Мышь белая. Сейчас по-любому какой-то босс будет. Осталось чуть-чуть. Да. Ну как чуть-чуть? Ага. Я наконец избавлюсь от способностей. Наивная девочка. Но, сказать по правде, они у меня так давно, что без них будет как-то не по себе. Будь осторожнее. Знаю, знаю. Мы-то знаем, что дополнение на 3 часа, это только получается 4-я серия, то есть у нас еще минимум 1,5 часа впереди. Так что навряд ли это финал. Да, ребят? Навряд ли это финал, у нас же еще 1,5 часа впереди. Я открою сейчас проход какую-нибудь клоаку. И? Изучить. Поздравляю, зайчонок. Ты вполне заслуживаешь такой награды. Его легко спутать с настоящим, да? Что? Само собой, это копия. В этом стратуме таких ценных вещей нет. Ты правда думала, что я расстанусь с такой драгоценностью? Это лишь приманка в ловушке. Нет! 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 Теперь повеселимся. Это лучшее место для смерти. Начнем веселье. Охуеть. Место казней. Я должна драться с ним.
Ой, блин. Черт, он теперь совсем урод. А, я правильно ли делаю? Оу. Вот это настоящее развлечение! Да, блядь. Он мертв? Я справилась? Ишь ты какая! Гораздо резвее, чем все остальные зайчата. Там, кстати говоря, я что-то вижу. Это меня уже удивляет. Пора изменить правила! Бля. Так, этот придурок за ним там ходит. А, у него теперь налет. Ты где? Да блять, ты куда от меня нахуй отталкиваешь? Да блять, сука, это чё, блять? Вы видали? Пиздец. Короче говоря, туда вообще нельзя выходить, там только пробегать, я понял. Да хорош, блядь, орать-то, господи, орёшь, истеричка. Орёт. С самого начала или чё? Охуеть. Издеваешься? Я должна драться с ним? Теперь совсем урод. А я думал, что ты умеешь драться. Беги, зайчонок. Надо найти способ нанести ему урон. Ишь ты какая! Гораздо резвее, чем все остальные зайчата. Это меня уже утомляет. Пора изменить правила! Он еще жив? Твоим упорством, девочка. Хотя оно напрасно.
самый унылый бой из всех, что я видел! Ей это не должно сойти с рук! Разве это шоу? Довольно тянуть резину. Заканчивай! Победа, блядь! О, никчемная тварь! Я на тебя надеялся! Ничего. Смерть придет. Рано или поздно. Беги. Беги, а куда бежать-то? Беги, ран, ран, ран. Вот-вот именно. Сюда. Беги. В общем, чё, несложный босс. Несложный бой был, но он такой напряжный был. То есть, ну...
Потому что там чуть ошибку делаешь, тебя засасывают эту херню. И жопа. У нее еще эти вот пупырышки эти вылазят сраные, то есть на спине, то есть его нельзя как-то убить просто. Ой, мы сейчас к этой, что ли, пойдем, к куколке? Теперь-то я где? У куколки у этой, как ее? Бонифация или как ее там зовут? Более глубокий стратум. Стратум? Да. Чем глубже, тем труднее сбежать. Уходи, пока еще можешь. Я не хочу уходить. Мне надо найти кристалл. Я устала от насмешек. Я хочу дружить. Хочу жить нормальной жизнью. Без этой силы. Этот очищающий кристалл может мне помочь. Он меня вылечит. Я никуда не уйду, пока не отыщу его. Упрямая? Да, и что? Ну, пойдем искать. Отлично. Да? Отлично. Пошли искать. Найдите очищающий кристалл. А маски-то я зачем? Что ж, назад пути нет. А нахрена я маски-то забрал? Просто так, для прикола. Для прикола. Так, что у нас здесь? Угу. Для прикола, ребят. Да, немножко. Немножко сделаем. Красиво. Я знаю, где кристалл. Что это? Не что это, а кто это? А здесь какие-то другие дядьки, да, будут? О, коляски поехали. Будешь со мной дружить? Мы знаем, кто это куколка эта. Здесь вот ее могила была. Мы ее расхерачили. Let's play. Поиграем? Я стопудово уже видела этих обезьянок, но что за срань? Let's play. Поиграем. Вот сейчас мы с тобой тоже Let's Play записываем. А ничего здесь нету? Меня зовут. Наверное, нет. У нас хилок много, у нас всего много, в принципе. Как? Ну, относительно много. Для Resident Evil это много. Ой, господи, слушайте, я помню, там же была, помните, кукла большая, что ребенок. Такое? Мы же куклу собирали. Так. Что? Мы же куклу собирали, помнишь? Кажется, что-то изменилось. Так, это очень странно. Опять щиток. Это явно электрощиток лифта, но он надежно заперт. Welcome, Роза. Видать, заржавело. 5 января. Сегодня я пошла в школу. Я об этом так давно мечтала. Крепко обниму Криса, когда снова его увижу. В школе было много ребят моего возраста. Казалось, будто я героиня телешоу. Когда меня попросили представиться перед всем классом, я так испугалась. Но все равно было супер-пупер. Я заведу целую кучу друзей. Попробуем поболтать с ними завтра. 8 января. Я набралась смелости и решила пообщаться с другими ребятами, но никто не хочет со мной разговаривать. Учеба дается мне очень легко. Я все это проходила с мамулей. Может, мне не надо отвечать на все вопросы учителя? Мальчик, сидевший сзади, обзывался. Мои руки покрываются липким белым потом, когда я паникую. Сегодня был очень плохой день.
10 февраля. Учительница отругала меня за то, что я везде ношу с собой платок. Она говорит, что я уже не ребенок. Мальчики в школе постоянно называют меня мерзкой, хотя я моюсь каждый день и всегда ношу чистую одежду и беру чистый платок. Это все из-за того проклятого белого пота. Когда он появляется, я сразу его вытираю. Но иногда он не вытирается, и тогда я просто крепко сжимаю свой платок. Крис даже сказал учительнице, что это не заразно, но всем все равно. 4 апреля. Сегодня какой, кстати? Сегодня уже не 4. Со мной наконец-то заговорили. Люси из моего класса сказала, что давно хотела подружиться со мной. Мы завтра вместе пойдем на обед. Даже не верится, я так рада. У нее есть подружка Кэтрин. Надеюсь, мы с ней тоже подружимся. Это же... Это не ее мамка. Че? Ничего. Изучить. Сюда что-то надо вставить, да. Мы тут тоже, что ли, от ребенка от этого от большого будем бегать? То есть повторение мать учения? Почему здесь картина со мной? Да господи, когда Итан здесь был, с Итаном были картины. Ну, поехали. Кристалл так близко, но его не достать. Поиграем! Этот мусор тебе не нужен. Какой мусор? Эй, мои вещи! Воровка мелкая, все своровала, охренеть. У нее зашит живот, внутри явно что-то есть. В обезьянке болит животик, он даст тебе кристалл, если ты ей поможешь. О, господи. Опять начинается эта чехарда. Не, открой. Пускай будет открытый. Так. Пускай будет открытый. Комната Джимми. Джимми. Ача. Джимми. Так. Нам нужен что-то острое. Это мы где? Мастерская, да? Угу. Ё-моё. Забитый шкафчик, картина на полке, захламлённый стол. Забитый шкафчик. Картина на полке. Забитый шкафчик. Картина на полке. И захламленный стол. Это, видимо, ножницы, да? Захламленный стол. А захламленный в каком плане? Ох, ёпта, мать. Пароль, а где пароль? Скольки он там значный? Аж шестизначный. Подожди, а может это... 02. Дома никого нет. 02 это как? 02? Сорок четыре. Захламленный стол, вот он. 02, 44. Это что? Это 66 или что, или 99? 66, наверное, да? Так, а если по порядку, там как должно быть? Забитый шкафчик 02. 44. 02, 44, 66.
Не знаю, может, поможет. Но есть по порядку. Ну, да. И? Джимми, Джимми, Джимми. Ача-ача-ач. Не помогает. Не знаю, почему Джимми, 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 ача-ача-ача, я вспомнил. Пойдемте скрывать Мишу. А, какого черта? Руки. Это манекена. Че ты боишься? Ты что, боишься, что ли, манекенов? Ну, манекен падает, господи. Че я манекенов не боялся? Джимми, Джимми, Джимми. Ача-ача-ача. Серьезно, надо закончить. Джимми, 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 ача-ача-ача. Эй, он сказал, тут кристалл. Барельеф с ребенком, понял. Больно! Чё тебе больно? Нормально все. Тебе не добыть кристалл, кромсая своих друзей. Так это не мой рыб. Рыб, это друг. А? А, ты ведь умеешь играть с куклами, да? Нет. Чё? Опять? Что еще? Поиграйте с куклами. Люси. А, тут непонятно кто. Чё, блин? Спорим, с этой куклой и ее друзьями можно играть в самых разных местах. Кукла. Люси. А может сохранение? Ну, Люси. Люси, там кто-то еще. А кто там еще-то? Текст не прочитать. Сама говорит, в разных местах можно играть с куклами. Так, если в самых разных, то... Нам надо открыть дверь с барельефом. Пойдем, у нас же не зря дверь с барельефом. Кто-то оторвался по полной. Я даже знаю, кто. Но говорить я этого не буду. Кукла 2, поза 2. Текст не прочитать. Кукла, подожди, а мне что надо? С ней никто не хочет дружить, убогая. Ты ржешь. Здрасте, Люси, вы Люси? Женщина, а я помню вас, женщина. Я помню, вы... Вы были с Итаном. А ее правая рука поднята, надпись карандашом гласит Кэтрин. А здесь что за это? Может, ты добудешь кристалл, если разведешь огонь? А тут типа что-то надо, да? Ага, тыкает пальцем. Ага. Есть две. Тут кто-то должен быть с этой и с этой. А, на складу я не все сделал, да? Здорово. Стоит красавец. Женщина, они меня любят. Да, отбоя от них нет, везде преследует даже женщина-манекен, представляете? А подожди, а может... Мне сначала здесь надо что-то сделать. Или что мне надо? Почему-то я сразу туда унес. Может, мне здесь сначала надо выставить все, сюда принести всех кукол, выставить. Да, выставить сюда. Мне здесь что-то дадут. Пиздюлей.
Вот, и потом пойдем дальше. Ну, закрывайся. Ну. Так, электричество так хорошо. В общем, надо искать где-то в других местах кукол. Нам, видимо, надо назад идти в эту. Либо там со складом надо что-то делать будет. Сначала в складу, потом в мастерской. Может, нам надо на складу сделать, там подарок откроется, к примеру, будет ключ. Мы пойдем в комнату Тимми и там заберем еще одну. Может так, я не знаю, ребят. Посмотреть дом, ну потом тут еще походим, но это уже в следующей серии, все. Мы с тобой уже в следующей серии, там будем, не знаю, продолжать. Всем до встречи, всем пока.